Никто не помнит парня, который был после Томаса Эдисона. И кажется, никто не узнает Тима Кука, пока мы вместе идем через битком набитый этаж Grand Central Station. Я крайне непубличный человек. Вы знаете, мне нравится быть незаметным. Проходя, мы окружены примерами того, что Apple сделала с нашим обществом, хорошим и плохим. Сегодня люди живут, слушая саундтрек собственной жизни, общаются с представителями их собственного сообщества, игнорируя сообщество, действительно их окружающее. И в этом мраморном памятнике другому времени, где поезда громыхают при остановке, две истории лежат у нас под ногами. Мы поднимаемся, и, как нам сказали, будущее будет выглядеть именно так. Люди в красных футболках приветствуют нас, а Тим Кук теперь дома, в Apple Store, где с преемником Джобса неожиданно обращаются скорее как с Джаггером. Рад видеть вас. Это очень приятно. Спасибо большое. Спасибо. Подпишите мне, пожалуйста, я большой фанат вас. Это весьма эффектно. Кто еще бы поместил такой магазин в Grand Central Station? И кто еще попытается нас убедить, что они не намереваются стать компанией, которая меняет сотни лет истории бизнеса, став единственной компанией, которая никогда не растворится в неуместности? Вы понимаете, что если вы компания, продолжающая удивлять нас, потребителей, компания, которая остается свежей без срока годности, вы станете первой компанией в истории, которой это удалось. Существует цикл, круг жизни, жизни и смерти. А вы пытаетесь сопротивляться этому тренду? Не делайте ставки против нас, Брайан. Не делайте. Мы начали наш день с Тимом Куком в Нижнем Манхэттене, в одном из 250 Apple Store, где мы начали расспрашивать, что по-другому с ним, чем он отличается. Насколько вы не Стив Джобс? Намного. Одна из вещей, которую он для меня сделал, помогла удалить гигантский груз, естественно, навалившийся бы со временем. Пару раз при случае он говорил мне, незадолго до смерти, «Никогда не спрашивай, что бы он сделал. Никогда не задавайся вопросом, что бы сделал Стив, просто делай то, что считаешь правильным». Тиму Куку пока удавалось поступать правильно, у него был хороший первый год на работе. Акции компании при нем поднялись примерно на 45%, и задумайтесь, он уже представлял выход трех iPad, двух iPhone и трех компьютеров Mac. Красивый, совершенно потрясающий, над каждой деталью усердно работали. Получается, у вас люди, чья работа правильно сделать этот сегмент, этот изгиб, сделать в точности правильно. Для справедливости, за прошедший год они не все делали в точности правильно. Начиная с Siri, маленькой женщины, живущей в нашем iPhone. Сервис поначалу потряс всех нас, но потом попал под критику за несовершенство или непостоянно удивляющий, как хотел Стив Джобс. И потом были карты. Раньше iPhone поставлялся с картами Google, пока их дороги не разошлись. Но версия Apple не была полностью готова для запуска. Ей критически не хватало некоторой сообразительности, и в те ранние дни, боже помоги вам, если вы оказались в районе Бруклинского моста или плотины Гувера. Это было редкое и публичное унижение, и Кук уволил двух топ-менеджеров, ответственных за это. Насколько велика была неудача с картами? Они не соответствовали ожиданиям наших клиентов, а наши ожидания от самих себя еще выше, чем у наших клиентов. Все же, я могу сказать, мы облажались. И вы попрощались с некоторыми руководителями. Ну, мы облажались. И мы вкладываем всю мощь компании в их исправление. Это же касается и iPhone 5. Они улетели с прекрасных полок Apple Store. Только за первый уикенд Apple продала 5 миллионов штук, превзойдя все предыдущие рекорды продаж. Но покупатели iPhone 5 вскоре обнаружили, что им надо купить еще кое-что. Ни один старый кабель не работает с новым устройством. Почему мы вынуждены покупать новые провода для него? Как оказалось, наш коннектор, 30-пиновый коннектор, который мы использовали больше 10 лет, у меня дома их штук 500, когда они нужны, их никогда не найдешь, да. Но, Брайан, это был один из тех моментов, когда мы не могли сделать этот продукт с тем коннектором. Но я вам скажу, продукт этого стоил.
В этом суть Apple. Тонко недешево. Эти белые наушники сообщают миру, вы можете потратить пару сотен долларов. Вы инвестируете в ошеломляюще красивый продукт, который работает не так, как другие. И на многих рабочих местах, включая наши, продукты Apple, которые вы видите, люди приносят прямо из дома. Обычно они прямо на столе рядом с рабочими компьютерами. Apple гордится собой, являясь наполовину компьютерной компанией, наполовину религией. Фанаты Apple впадают в буйное помешательство с релизом каждого нового продукта. Покупатели лихо разбивают лагеря у магазинов, а потом появляются ликующими, эмоционально выжатыми. Журналисты стекаются на эти драматические презентации, как будто глава компании покажет каменные планшеты вместо привычных с укрепленным стеклом. А легендарная культура секретности Apple задумывалась, чтобы поддерживать это. Почему вы так принципиально скрытны? Почему получается, что вы знаете, сколько раз я слушал Боба Дилана или Кендрика Ламара или рюмка водки на столе, и одновременно мы ничего не знаем о вас, ребята? Мы думаем, что очень важно сохранять планы по нашим продуктам в секрете, потому что люди любят сюрпризы. Был сюрприз, который Apple вряд ли понравился. Новая рекламная кампания Samsung, стремительная, дерзкая, наносящая ущерб. Она представляет продукты Apple и людей, которые их любят, устаревшими, неприятными и даже безнадежными. Это тупой инструмент, замаскированный под сатиру, и это лобовая атака на гиганта, которая казалась немыслимой еще не так давно. Эй, что вы сейчас сделали? Я просто переслал ему плейлист. Коснувшись телефонами? Ага, вот так просто. Это Galaxy S3. Увидимся позже на студии. Как думаете, когда мы тоже так сможем? Эй, мам, пап. Спасибо, что придержал наше место. Вы веселитесь, но оба домой к полуночи. Следующая большая хреновина уже здесь, Samsung Galaxy S3. Но, дорогой, это очередь за приложениями. Это было несомненное послание, продукция Apple для ваших родителей. Samsung делает классные вещи и спокойно к ним относится. Они пришли и пытались изобразить, показать людей с белыми наушниками, пользователей Apple неудачниками. Они пытаются показать свои продукты классными, а ваши не классными. Это термоядерная война? Мы любим наших покупателей, и мы будем драться с кем угодно, чтобы защитить их. Термоядерная война? Правда в том, что мы в Apple любим конкуренцию. Мы думаем, она делает всех нас лучше. Но мы хотим, чтобы люди придумывали собственные вещи. Он говорит о судебной битве между Apple и Samsung. Они судятся друг с другом по всему миру из-за патентных нарушений. Apple победила в последнем раунде в США, когда присяжные посчитали, что Samsung должен Apple $1 миллиард за кражу идей. Samsung буквально сегодня вернулся в суд, подав апелляцию на решение суда. Иногда бизнес по производству красивых вещей становится уродливым. Насколько жесткий ваш бизнес? Сильно бы удивились обыватели, узнав, как грубо приходится вести дела. Шпионаж, разводы. Он жесткий. Очень жесткий. У вас есть люди, пытающиеся на постоянной основе хакнуть ваши системы. У вас есть люди, пытающиеся добыть секретную информацию о будущих продуктах. Со всем этим приходится постоянно бороться. А после этого перед Тимом Куком стоит больший вызов. Человек, который восторженно рассказывал про идеально скругленные грани его продуктов, клялся всегда держать Apple на острие. Похоже, что вы и я росли одинаковой американской жизнью. Такая простота и обычное домовладение американцев среднего класса. Когда вы и я с детьми приходили в соседский дом и видели под их новым телевизором Sony Trinitron, это сразу о многом нам говорило, и вы улыбаетесь. И этот бренд продолжался, да, Walkman, Discman. Но потом, перемотав на сегодня, это не так многозначительно. Как вам удалось не стать Sony? Со всем уважением к Sony. Мы в Apple очень простые люди. Мы фокусируемся на создании лучших в мире продуктов, обогащая жизни людей. Я думаю, некоторые компании, возможно, даже упомянутые вами, решили, что они могут сделать все, что угодно.
Мы в Apple стараемся придерживаться политики сосредоточенности. Невероятной лазерной сосредоточенности. Мы знаем, что сможем делать классные вещи только несколько раз. И только в некоторых категориях продуктов. Но станет ли следующей большой премьерой Apple давно обсуждаемый ход в телевизионный бизнес? Это рынок, на который сосредоточено наше внимание. И это рынок, который, как мы видим, остался позади. В августе 2011 года Тим Кук стал CEO Apple. Стив Джобс уменьшил свою роль до председателя правления. Потом, спустя неполные два месяца, его не стало. После долгой борьбы с раком поджелудочной железы. Именно Тим Кук был выбран руководить частным прощальным мероприятием для сотрудников Apple. На тысячи собравшихся людей смотрело лицо основателя с торца одного из зданий. Это было самое печальное время в моей жизни. Вы знали, насколько болен он был? Я всегда думал, что он оправится, потому что так всегда было. И так было до критически близкого к его кончине момента, когда я достиг как бы действительного понимания, что в этот раз он не оправится. Big boss coming through. Big boss people, look alive. Теперь он управляет компанией, и после мирной передачи власти он быстро был втянут в кризис, возникший из-за ситуации в Китае, где так много продуктов Apple собирается опытными рабочими. Там были проблемы, и Кук отправился туда после жестокой критики о плохих условиях труда и низкой заработной плате, вылившейся в насилие. Ситуация позже была спародирована на Saturday Night Live, труппой, которая в действительности составляет сердце демографии Apple. «О, нет, поговорим о картах Apple, они не работают, да? Приводят не туда, куда нужно? Вы хотели в Starbucks, а попали в Dunkin' Donuts, это, наверное, так тяжело для вас». Китай остается основным вопросом для Apple, и Тим Кук, похоже, подготовил ответ на него. Почему вы не можете быть компанией с производством в Америке? Знаете, в этом iPhone на самом деле сердце сделано в Америке. И не только это сделано в Америке. Не просто сделан в Америке, он сделан и экспортирован. Стекло этого телефона произведено в Кентукки. Мы годами работаем над тем, чтобы производить все больше и больше в США. В следующем году мы будем делать в США одну из существующих линеек Mac. Давайте представим, что немного изменили Конституцию, и Барак Обама позвонил вам завтра и сказал: «Вызовите всех из Китая, делайте, что потребуется, но производите телефоны, всю продукцию в США». Как бы это отразилось на цене этого устройства? По правде, речь не столько о цене, сколько о квалификации и тому подобном. Со временем квалификация, связанная с производством, покинула Америку. Не конкретные люди, а система образования перестала готовить их. Кук рассказал, что Apple уже создала более 600 тысяч рабочих мест здесь, в США. Это включает все, от исследований и разработки до продажи и фермы солнечной энергии. Он также отметил индустрию приложений, еще одну, которая не существовала до Apple. Все эти иконки и загрузки дают работу очень многим людям. Совершенно другой мир был всего 6 лет назад, когда мы говорили со Стивом Джобсом на одном из его последних телеинтервью. Он показывал нам флагманский Apple Store на 5-й авеню в Нью-Йорке, который 6 лет спустя остается большим стеклянным дедушкой для всех них. Тогда, как обычно, он говорил только о будущем. У нас есть действительно классные идеи новых продуктов, которые мы построим в следующем году и году после этого, над которыми мы очень напряженно работаем. Поэтому, я думаю, всегда будем смотреть в будущее. Вы настолько другой. Он всегда был черной водолазкой, эти очки, мистический, загадочный. А я прошу прощения, мы с вами могли бы работать в Best Buy. Мы, вы знаете, обыкновенно выглядящие люди. Вы заметно более обычно выглядящий парень. Но, очевидно, он заметил у вас умственные способности, которые вы сможете принести на эту работу. Я не уверен, что обычный человек пришел бы в Apple в тот период. Почти все, кого я знаю, считали меня сумасшедшим.
Причиной было то, что в 1998 году Apple была на волоске, Стив Джобс только вернулся и пытался переманить Кука из Compaq Computer, именно незабытое, которое на самом деле было ярким в те годы. Я только устроился в Compaq, только перебрался в Хьюстон. Я согласился выйти и поговорить. После пятиминутного разговора с ним я был готов бросить на ветер осторожность и уйти в Apple. Остальная история. Личная история Тима Кука начинается в Робертсдейле, штат Алабама. Сын работника верфи в Мексиканском заливе и домохозяйки. После работы на алюминиевом заводе подростком он отправился в Ауберн, а потом в Дюк за степенью MBA. Помимо этого, нам очень мало о нем известно. У него в iPod много песен Боба Дилана, и Бобби Кеннеди был его героем. У него до сих пор южный акцент, ныне он находит уединение на Западе. Для всех людей, пытающихся узнать вас, понять вас, куда вы идете, если чувствуете, что вам нужно побыть одному? Я тренируюсь, чтобы снять стресс. Каждый день в 5 утра я в спортзале. Если есть свободное время, я иду в национальный парк. Мне нравится быть на природе, так что это те вещи, которые успокаивают мой разум и позволяют ясно мыслить. Вот что я делаю. Вроде как ваше телевидение на подходе. Я рад, что вы это сделали. Значит ли это, что вы достигли крейсерской скорости? У меня нет, может, у других руководителей, но в Apple нет крейсерской скорости. Тим Кук — менеджер с видением, который идет по стопам провидца, ставшего управленцем. Одновременно с беспокойством о глобальных вопросах, типа как производители контрафакта, которые моментально делают подделки всех новых продуктов Apple, Кук должен одним глазом постоянно следить за ценой акций, а другим за будущим, и, похоже, имеется в виду телевидение. Что может сделать Apple для просмотра телевидения? Что такого вы знаете, чего мы пока не знаем, но сможете изменить правила игры? Мы видим рынок, который оставлен позади. Знаете, в детстве я всегда смотрел Джетсонов. Конечно. Я обожаю Джетсонов. Мой любимый был Элрой. Мы живем почти как Джетсоны сегодня. Джордж, ты никогда не угадаешь, что случилось. Джетсонов был FaceTime, но телевидение по-прежнему телевидение. Это область нашего живого интереса. Больше я не могу сказать, но... Я не удивлен. Хорошо, закончите предложение. Через 10 лет американцы будут удивлены, что они когда-то жили без... Что это? Что-то можно только догадываться. Мне можно сказать. Отлично просто. Выговоритесь, о чем бы вы ни думали в будущем, все в порядке. Вся наша роль в жизни — это дать вам нечто, что вы даже не знали, что хотите. И как только вы это получили, вы не можете представить свою жизнь без этого, начиная с... И вы можете рассчитывать, что Apple сделает это? Блин, это разочаровывает.